необходимо дарить подарки на 23 февраля и 8 марта? Ну, прежде всего потому, что это повышает настроение и тем, кто презенты получает, и тем, кто их вручает. К тому же сегодня сюрприз может еще и приносить пользу природе. Выбирать именно экологичные подарки – одна из современных тенденций. Насколько она популярна в Иркутске и сложно ли подобрать безвредный для окружающей среды презент? Этими вопросами озадачилась Юлия Шинкарюк. И вот, что ей удалось выяснить. Так выглядит шопинг иркутянки Ирины Усольцевой. Она молодая мама. Дочери Ники всего 10 месяцев. Поэтому бегать по магазинам Ирина не может, хотя подарки купить нужно. На носу День защитника Отечества, через 2 недели, 8 марта. Стараюсь не просто бездумно покупать подарки, а хочу, чтобы они не нанесли вреда экологии, потому что я все-таки забочусь об экологии, о нашем будущем. Тут встает вопрос, как быть, что купить, чтобы и вроде человеку приятно, и для экологии не было такого большого вреда. Этот вопрос наверняка интересует многих, поэтому давайте разбираться вместе. Самый первый и, наверное, банальный совет – дарите то, что человеку нужно. Если вы не знаете, какой именно презент хочет получить ваш близкий, не бойтесь спросить. Иначе вы рискуете подарить бесполезную вещь, которая позже отправится на свалку. На свалке могут оказаться сувениры. В рейтинге самых ненужных подарков по версии крупного российского сайта о технике они заняли первую строчку. Вторую – весы. Далее следует мыло, станок для бритья, полотенце, набор косметики. Правда, даже самый желанный презент может оказаться вредным для экологии. Поэтому проясняем этот момент сразу в магазине. Как правило, вся упаковка промаркирована. То есть ответственные производители, конечно, маркируют упаковку. Вам нужно просто выяснить, принимают ли эту упаковку здесь у нас в Иркутске на переработку. И тогда вы можете, конечно, немножко с более чистой совестью этот товар купить и потом после использования сдать. Куда сдать использованные товары, покажет карта пунктов приема вторсырья. Нужно лишь выбрать город и вид отхода. Но есть подарки, которые и утилизировать не придется. Это впечатление. Посещение кино, театра, мастер-классов, спа-центра или съедобные презенты. Виктория Турчининова, например, делает шоколад ручной работы. Ее принцип – минимизировать экологический след, в том числе исключить перевозку продуктов. Ведь это предполагает выброс выхлопных газов в окружающую среду. Мы используем ингредиенты, которые местного производства, там, например, ягоды. Единственный, наверное, вот такой след – это как раз транспортировка какао-бобов в Россию. А так вся упаковка у нас, это все перерабатываем. Упаковка может испортить всю концепцию экологичного подарка, особенно пластиковая. Поэтому, если вы заботитесь о природе, откажитесь от пленок для цветов и фольгированной обертки. Даже такие бумажные сумки не примут на переработку. Они покрыты слоем пленки, которую отделить невозможно. Полиэтиленовые пакеты в пункт приема вторсырья сдать можно. Но будет ли это делать человек, которому полагается презент? Если нет, то лучшая упаковка – это ее отсутствие. Но если уж так случилось, что обязательно нужно ваш подарок упаковать, то здесь в первую очередь я рекомендую какие-то варианты, которые человек сможет использовать. Это может быть, например, какая-то коробка. Опять же, мы должны быть уверены, что человеку она действительно понадобится. Вот, это могут быть какие-то сумочки, мешочки, в которые что-то можно сложить, те же эко-сумки или фруктовки. А есть подарок, который и складывать никуда не надо. Доброе дело. Это, наверное, самый экологичный и необычный вариант. Например, съездить вместе в приют для животных или сделать благотворительный взнос. Или посетить детский дом, помочь и уделить внимание. Кстати, именно внимание было и остается лучшим подарком. Юлия Шинкарюк, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням.